Да, здравствуйте, будем начинать. У нас подряд идут пресс-конференции. Я отдельно здороваюсь с журналистами. Я первый раз веду пресс-конференцию на этом фестивале здесь. Так сложилась моя биография, хотя интервью я давал очень много. Просьба во время пресс-конференции снимать фотографов без вспышек, а сейчас сесть на свои места и потихоньку начинать работу. Мы встречаемся со съемочной группой российского конкурсного фильма, фильма «Орда». Ну, поскольку мы картину отобрали, то все хвалебные слова, которые я хотел бы про нее взять, про нее сказать, вы поймете по контексту. Тут большая делегация. Кто-то подъехал, кто-то не доехал, кто-то сел на свое место, кто-то не сел. Поэтому у меня очень сильное желание передать функции представления делегации режиссеру Андрею Прошкину, поскольку это часть той миссии, которую он на себя взял в качестве постановщика картины. Добрый день, спасибо за внимание, за то, что вы посмотрели наш фильм. Начну слева направо. Кирилл Мильч Разлогов, который, к сожалению, не снимался в нашем фильме, я считаю, это большое упущение. За ним исполнитель роли Хана Джанибека Иннокентий Докояров. Генеральный продюсер фильма Сергей Кравец. Автор сценария этого мира, которого никогда не было, Юрий Арабов. Практически святой Максим Суханов. Актер Александр Яценко. С моей точки зрения, замечательный актер Федот Львов. Художник-постановщик фильма Сергей Февралев. И сейчас обещал прибежать композитор Айги. Ну, композитор Айги добежит, надеюсь. Мы, соответственно, зададим ритуальный вопрос. Андрею хочет ли он сказать два слова перед началом вопроса, поскольку вопросов, как я понимаю, будет множество? Нет, спасибо. Мне кажется, мы все уже, что могли, уже сказали только что на экране. Вот, прямо по Толстому. Для того, чтобы ответить на ваши вопросы, я должен буду снять этот фильм с начала до конца, как он есть. Есть ли вопросы у журналистов? Либо я... А, пожалуйста, представляйтесь. Вадим Дышкин, «Столичные новости». Скажите, пожалуйста, это ваше личное убеждение, что ну, московское православие – единственная правильная вера, вот, или это госзаказ? Ну, то есть из фильма можно понять, что там всех вспоминает Аллах, там Вишну и так дальше. Там, по-моему, только иудаизма нету, католики. То есть по фильму выходит, что истинной как бы силой духовной обладает православие. Спасибо. Интересная трактовка. Мы ее, честно говоря, не закладывали. Мне кажется, мы снимали картину, как в свое время посмотрел Юрий Николаевич, о том, что Бог есть. И мы снимали про это вот ощущение Бога. И если, в общем, посмотреть картину, то мне кажется, ну, к примеру, герой Федота, с ним происходят определенные изменения, и он как-то постепенно приходит к той же идее, при этом, по-моему, в московское православие, как вы выразились, не крестится. Так что как-то вот эта трактовка для меня не вполне точна. Но какое там московское православие? Там картина о том, что Бог не принимает заказы на чудо. Какое московское православие? Мы вообще не знаем, мы Бога-то не знаем. Какое московское православие? О чем вы? Но не принимает Бог требования чуда ни московского православия, ни западного католицизма. Никого он не принимает. Слава Богу, понятно. Так. Картина – это охождение интеллигента во власть. Картина современная. Мы делаем современную картину. Неужели непонятно? Неужели непонятно, что когда это хождение кончилось подаренной шубой и тем, что человека чуть не убили? Непонятно. Непонятно самоуничтожение зла. Так, должны давайте, понять. Давайте немножечко страсти умерим. Значит, Юрий,
Юрию Арабову напомним, что... Кола вам не будет. Не будет, не принимает Господь. Вот. А и с другой стороны, журналисту, может быть, есть и другие вопросы, не все связанные с символом веры. Да, пожалуйста. Включен, да? Спасибо. Агент Сорочка. Но у меня другие ассоциации. Значит, нашествие на Русь многострадальную было и с Востока, и с Запада, и французы непонятно, что здесь хотели, и татаро-монголы непонятно пасти лошадей. Вот мы страдали и с Германией. Непонятно, что они, вот эти нашествия, от нас хотели, от Руси многострадальной. Вот то ли сегодня еще ждать с Марса какое-то нашествие. Что вы можете в этой части сказать? Что за нашествие? Зачем оно на Руси приходит к нам? Спасибо. Это к кому вопрос? К режиссеру? К сценаристу? Режиссеру, да. Режиссер. Это вот современный вопрос. Я боюсь, что у меня нет ответа на этот вопрос, и очень надеюсь, что каких-то нашествий не будет. Честно говоря, не очень их жду и не очень пока что их вижу, несмотря на то, что много про них читаю, про угрозы этих нашествий в разнообразной форме. Мы, мне кажется, снимали картину не об этом. Вот Юрий Николаевич довольно темпераментно частично приоткрыл завесу, и вот мы скорее готовы отвечать за то, что мы делали, а не за... ну, так сказать, какие-то мысли вокруг идеологических жупелов. Да, пожалуйста. Микрофон. Представьтесь сначала. Алло, Валентина Яковлевна, член Союза кинематографистов и член Международного союза журналистов. Скажите, пожалуйста, вот вы этот фильм сделали к году... юбилейному нашему 1150-летию призвания варягов на Руси, или просто выбрали его из подвернувшихся вам сценариев? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вы сказали, что ваш фильм очень современный. Да, очень современный. И так много там натурализма, как будто смотришь современный фильм про бандитов. И так просто иногда тошнит в прямом смысле слова. Вот она, волшебная сила искусства. Я не думал о годовщине нашествия варягов. Мысль любопытная, надо подумать. Вот. Или там призвание. Нет, мы делали фильм не к дате. Вот. Что касается натурализма и прочего, ну что делать, друзья? Такой язык фильма. У нас есть право таким языком разговаривать на те темы, которые нам кажутся важными. У вас есть право этот язык не принимать. Да, на этот счет есть разные точки зрения. Здесь не дискуссия, здесь вопросы-ответы. Да, пожалуйста. Потом вас. Здравствуйте, Алина Краснова, Космо.ру. У меня вопрос лично к исполнителю роли Федора Александра Яценко. На мой взгляд, у вас наиболее драматичная роль в этом фильме. Не могли бы вы рассказать, как вы пережили ее и что вы вынесли лично для себя после исполнения роли вашего героя? Спасибо. Ну, как-то пережила я это все, слава богу, удачно. Вот. А то, что вынес, понял, что вообще надо над собой работать, вот, трудиться. Спасибо. Спасибо. Да, сюда, пожалуйста. Маша, Радио Свобода, я где-то слева от вас, да, я сориентировалась. Спасибо вам большое всем, родные и любимые. А вопрос у меня, наверное, будет попроще, чем у всех остальных. Андрей и к художнику-постановщику вопрос. Все-таки этот мир, у нас мало о нем сведений, я имею в виду Орду, конечно. Как, из чего вы это создавали? Из чего вы... складывали, условно говоря, этот мир? Где брали хоть какую-то информацию на эту тему? Нет, ну какая-то информация, естественно, есть. Ее, да, не столь много, как, может быть, про другие исторические периоды и другие государства. Мы изучили все, что мы смогли достать. У нас были консультанты. Для меня лично самыми полезными оказались воспоминания путешественников, как европейских, так и арабских, которые попадали в Золотую Орду, в Улус-Джучи.
видели это. Вот. Плюс есть раскопки, есть какие-то сохранившиеся вещи, но, честно говоря, мы не ставили себе целью делать такую, знаете, скрупулезную историческую картину. Вот у Юрия Николаевича была в сценарии такая ремарка. Показался глиняный город, которого... Я, к сожалению, вот волнуюсь, поэтому не точно цитирую, которого уже никогда не было, уже никогда не будет на Земле, а может, никогда и не было. Вот это вот ощущение некой фантастичности, поскольку все-таки мы снимали миф, а не прямую историческую картину, для нас было очень важным. И мы со всеми нашими художниками, в первую очередь, конечно, на мой взгляд, просто фантастическим художником Февралевым, очень много работали именно вот в этом направлении. Мы создавали скорее образ, ну, я не знаю, такого несколько марсианского города вот для нашего глаза. Там есть мотивы ордынские, там есть мотивы, так сказать, азиатские, там есть мотивы африканские, там есть фантазия наших художников. Больше всего я всех просил не быть реалистами, не стараться копировать какие-то вещи, которые мы видели, а использовать свою фантазию, отталкиваясь от этой реальности. А когда мы придумывали, ну, так сказать, человеческое существование, поведение людей, там в том числе, конечно, ну, я не знаю, вот какие-то... Юрий Николаевич говорил про современность картины, да, вот... Я как-то, не знаю, моделирую поведение этих людей, во многом отталкивался, конечно, от современности, от того, что я, не знаю, вижу, чувствую. Вот я там, бывает, ночью прохожу мимо метро, там, какая-нибудь Полянка или Новокузнецкая, я там живу, вот летом особенно, да. Вот там очень много можно подчерпнуть для нашей картины. Так, вопросы? Ну, я попытаюсь, конечно, коротко, когда касаешься такого материала, всегда три есть способа, три метода, пути. Первый метод исторический, когда, ну, к сожалению, я попытаюсь коротко, к сожалению, раскопали всего лишь 2% от реально существующей этой столицы. И даже в научных кругах существуют споры об этажности домов, об каких-то пространствах. Существует второй метод, это... Мифологически все-таки это некий миф, некая мистерия, некое житие. И здесь уже включаются законы, которые можно наблюдать в иконописи, в фресковой живописи. То есть совершенно другие пространственные законы, законы построения композиции. И существует третий метод. Все равно, если бы мы использовали только два, это был бы непонятный и сложный мир для людей. То есть это была бы экзотика, и это была бы реконструкция историческая. А нам нужно было как-то присоединить это действительно, это история про нас, про сейчас. И третий метод – это попытка понять современность, попытка ее как-то объединить с прошлым. Получается немного эзопов язык, ну, к примеру, могу вам просто элементарную вещь привести, даже человек, который едет перед ханом или перед любым выездом, впереди он крутит над головой трещотку, мигалка. И мы искали это и в городе, Андрей сказал, что это для русского человека из Москвы это некий Нью-Йорк. И мы пошли активно на увеличение этажности домов. Эти споры есть в ученых как бы кругах, кто-то говорит об одноэтажных строениях города. То есть это такой некий мир, что-то рассказано эзоповым языком, что-то рассказано мифологическим языком, да, а что-то каким-то образом подлинно историческое. Спасибо. Да, пожалуйста, Юра Гладильщиков потом. Да, Юрий Гладильщиков, «Московские новости». Спасибо большое за трещотку-мигалку. Она действительно произвела очень сильное впечатление. У меня вопрос к Андрею и к Юрию, все-таки еще раз про историю. Потому что, как все люди, которые учились чему-нибудь и, в общем, достаточно давно, я помню, что перед Куликовской битвой, которая то ли была, то ли не была, в общем, действительно, был огромный кусок в истории, перед которым лет 50, по-моему, на Русь не ходили. Да, в том числе потому, что начались междоусобицы. Все-таки... Я хочу вот о чем спросить. Все-таки есть какие-то реальные прототипы у тех персонажей, которые существуют в вашем фильме? И, собственно говоря, кто такой Иван, например, да, вот этот московский князь? Это кто? Это Калита, что ли? Это Иван Красный.
Ага. Реальный персонаж. Хотя, судя по описаниям, сам Иван Красный мог быть несколько иным. Такова наша трактовка. Что касается исторической, знаете, я не буду просто подробно останавливаться. Я сразу же скажу, что абсолютно все персонажи, Бердибек, Джанибек, Тинибек, да, это все было. Судьба их, по факту, там мы, естественно, расходимся в каких-то деталях, судьба их была такова, как она описана в картине. Участие Тайдулы в заговоре по убийству своего сына — это одна из исторических теорий. Значит, все это было, это есть подтверждение в исторических источниках. Ну, понятно, учитывая дальность времени, это, так сказать, кто-то там так к этому относится, кто-то по-другому, есть споры, но в целом это, безусловно, исторические вещи. Более того, мы даже ушли от того, мы не показали... В финале мы не рассказали о судьбе Тайдулы, ее привязали к коню и таскали по городу, пока от тела не остался просто окровавленный шмат плоти. Это все исторические вещи. Да, пожалуйста. Елена Стешова, журнал «Искусство кино». У меня вопрос сразу и к Юрию Николаевичу, и к Андрею Александровичу. Все это ощущают, видят и как-то рефлексируют, что вот уже 10 лет самым интересным героем для нашего кинематографа и для нашей режиссуры оказывается духовная иерархия. Но я вам напомню хотя бы митрополита Филиппа у Лангина, недавнего удостоверителя Аввакума. И вот теперь ваш герой, ну, можно там даже и папа Хатиненко вспомнить, хотя это, так сказать, несколько другой сюжет. Я бы вас попросила, пусть очень коротко, но прокомментировать вот это совершенно очевидное обстоятельство. Спасибо. Но... Прежде чем дать слово для комментария, только одна маленькая ремарка. Когда вы сказали, что вот последние несколько лет самым героем для нашего кинематографа оказался, я сразу подумал про Монгола и про восточных иерархов, которые... То есть, чтобы было понятно, что это вот у вас один взгляд, но, может быть, и на тот же процесс другой взгляд. А теперь ответ. Ну, я ценю твой мультикультурализм, прости, но я тоже знаю про Монгола и вообще про этот самый мультик, который. Но меня больше сейчас волнует наши. Ну, значит, я все-таки хочу сказать, что кроме вышеозначенных героев в нашем кино, слава богу, есть и другие герои. У нас есть, например, Фауст, симпатичный Мефистофель с хвостиком на заднице. У нас есть фильм «Брат», великая картина всех времен и народов. У нас есть масса картин артхаусных, где вообще не трогаются никакие иерархии. Что касается тех картин, которые вы назвали, сейчас это для вас не секрет, это ни для кого не секрет, что власть судорожно ищет некие идеологические основания для самой себя, и эта власть упирается в церковь, которая хочет или не хочет, власть точно хочет, чтобы она была таким идеологическим обоснованием того, что сейчас происходит. Вот к этому можно относиться по-разному. Многие это приветствуют. Для меня это проблема. И когда вот мы делали фильмы, когда я писал эту историю, для меня самым главным было, пожалуй, сказать, что не в силе Бог, но в правде. Вот знаете такое русское выражение? Не в силе Бог, но в правде. Вот у нас, понимаете, он все время сейчас в силе. Шашки наголо, куда-то скачем, хотя и шашки затуплены, и техника не работает. И мы встаем, и сила, а под этим совершенно полное бессилие. И те иерархии, которые сейчас появляются, это, в общем, ответ наших коллег и наших художников на эту проблему. Ну, Павла Семеновича, о чем фильм «Царь»? «Царь» — фильм о том, что церковь должна корректировать светскую политику государства.
что прежде всего светский политик, каким бы он ни был, он должен советоваться с церковью. Если церковь говорит нет, то светский политик должен отступать. Вот о чем картина «Царь». Павел Семенович ради этого делал картину. С этим можно соглашаться, с этим можно не соглашаться. Мне кажется, что это довольно благородная позиция, с благородной интенцией сделана картина, но здесь много вопросов возникает очень. Много вопросов о том, что все ли духовные иерархии находятся на определенной морально-этической высоте. И все, что, повторяю, по этому поводу сделано в фильме, для меня было важно, что действительно Бог не в силе. Первое, для меня было важно, что только жертвой. Вот у нас с Сергеем Леонидовичем, продюсером, с самого начала, когда ко мне обратились, я подумал, что у меня просят написать картину о государственно образующей роли Русской Православной Церкви. Логично? Логично. Я тогда Сергею Леонидовичу сказал, что это просто не моя тема, я это не сделаю. Но кто-то, может быть, сделает. Кто-то не сделает. А какая ваша тема, Сергей Леонидович спросил? Я говорю, моя тема – жертвы. Жертва, которая меняет ход истории. Сергей Леонидович сказал, вот это нам и нужно. И я, к удивлению своему, стал писать этот сценарий и написал абсолютно все, что я хотел по этому поводу. Картину о жертве, картину о слабости, которая перемалывает силу, картина о том, что Бог на заказы не отвечает, кто бы их ни делал. И картина о том, что зло имеет тенденцию к самоистреблению. Вот сколько бы оно долго ни было. Для меня это абсолютно современно, я просто в этом нахожусь. Это мой духовный мир. И к удивлению абсолютно своему, этот сценарий понравился. И я вот считаю, что Сергей Леонидович – это один из лучших наших сегодня продюсеров. Вот многие интеллигенция, когда смотрит заставку, там православная энциклопедия, сразу же вспоминает всякого рода негативные вещи, связанные, с известными событиями, скажем так. А то добро, которое делала церковь, и та жертвенная роль церкви, которая у нас была, об этом сразу же забывается. Вот Сергей Леонидович – один из лучших продюсеров, абсолютно культурный человек, который понимает вот все те вещи, о которых я сейчас говорю. И мне, в принципе, было абсолютно легко работать на этой картине. Правда, 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 тут уже из песни слова не выкинешь, сильно мой гротеск порезан по отношению к русским. Вот по отношению к Ордеону остался, а по отношению к русским, тут уже... Что было, то было. И я не знал, что получится из картины. Я картину посмотрел и понял, что за нее вполне я могу отвечать, что Андрей, по-моему, абсолютно раскрылся, вся съемочная группа раскрылась, картина современная. Но, конечно же, вот понимаете, вот так вне контекста того, что мы раньше делали, может быть, вне контекста там, каких-то моих предыдущих картин, может быть, эти смыслы трудно разматываются. Вот сейчас... Осталось совсем мало времени на пресс-конференцию. Да, извините, я могу долго говорить, но лучше мне вообще не говорить. Вы говорите прекрасно. Вот. И даже почти уже все рассказали. Я надеюсь, вопросов почти не осталось. Последние два вопроса. Что? Да, пожалуйста. Вида Джонсон, русский обозреватель США. Это к режиссеру я хотела обратиться. Кстати, я думаю, фильм... У меня два вопроса. Один насчет финансирования, потому что фильм технически вообще на очень высоком уровне. Вот такой масштабный кино. И расскажите, как вы справились с... Обычно в России так
просто очень, это очень редко, чтобы сделать такой фильм на мировом уровне. Это один. Второй вопрос, конечно, я специалист по Тарковскому, и вообще нельзя не видеть вот моменты лошади в церкви и так далее, кое-что. Или, может быть, потому что это ключевой фильм вообще российский, хотя из 60-х годов, по теме, большой теме национального вопроса вообще в России. Так, я не очень понял второй вопрос. Не влияние, но сознательное что-нибудь. Ассоциация с Тарковским. Есть ли связи с Тарковским? Так, первый вопрос к продюсеру явно, просьба коротко ответить и коммерческую тайну не раскрывать. Ну, действительно, фильм достаточно масштабный. Финансирование получалось из разных источников. Это и фонд кино, и частные спонсоры. В данном случае продюсером выступала компания «Православная энциклопедия», вот, которая, только что упоминался, фильм «Поп», делала до этого фильм «Поп» с Хотиненко. В общем, мы, по-моему, сумели обеспечить творческий процесс. Вот, и конечно, сложно было обеспечить финансирование этой ленты, но вот, в общем-то, удалось. В общем-то, удалось, и мы получили, в общем, ровно ту сумму нам удалось собрать, которую мы запланировали с режиссером. Ну, это Сергей Леонидович немножко кривит душой. На самом деле изначальный бюджет был меньше на 50%. И то, что студия сумела собрать и добавить еще колоссальное количество денег и действительно позволить снять эту картину так, как это требовалось с художественной точки зрения, вот для меня абсолютно ощущение такого продюсерского подвига. Я всю жизнь существую, как и все мои коллеги, в ситуации, что, ребята, вот у вас есть столько, что хотите, то и делайте. Мы тебе больше денег не дадим. У нас считается, что бюджет — это некие деньги, которые даются режиссеру на игрушки. Вот в этом смысле поведение «Православной энциклопедии» совершенно просто героическое. Я очень благодарен за вашу оценку того, как мы сделали. Мне кажется, кроме денег у нас была замечательная группа, особенно художественная, конечно. Это вот Сережа Февралев, художник по костюму, Наталья Иванова, гример Нина Колодкина, выдающаяся просто группа реквизита. И для меня вот одна из ценных вещей в этой картине — доказательство того, что все эти рассказы про то, что русские ничего не умеют и прочее, это чушь полная. Мы абсолютно в состоянии снимать картины любого уровня сложности на абсолютно мировом уровне, включая там, не знаю, компьютерную графику, где, я вас уверяю, вы 90% не понимаете, где она есть. Вот, и, так сказать, я этим горжусь. Что касается Тарковского, вы знаете, я очень стараюсь, если говорить вот обо мне и о моей работе, я очень стараюсь не анализировать влияние. Да? Мне кажется, когда я начинаю вот что-то такое анализировать, это мне на самом деле начинает мешать. Но, конечно, Андрей Рублев — это одна из, на мой взгляд, вообще основных русских картин. Эта картина очень много говорит о России, о русской ментальности, может быть, даже гипертрофированной совести как основе вот этого, так сказать, характера. И в этом смысле, наверное, какие-то параллели есть. Но при этом, конечно же, я, в общем, эти две картины не сравниваю. Плюс наша сделана, в общем, принципиально иным языком. Что касается «Лошадей в церкви», нет, это не прямая цитата, это скорее из истории взято. Так, один вопрос, последний, вот отсюда. Никто не хочет ничего у Суханова, например, Кирилл Эмильевич, спасибо. Мой вопрос получается итоговым. Я бы этого не хотела. Поэтому прошу потом разрешение кому-то еще задать. Потом я задам вопрос Суханову. Да. Значит, тут говорили много о современности этого фильма. Я остро и болезненно почувствовала эту современность. Для меня этот фильм абсолютно идет в подбор с фильмом «Чудо». Оба фильма богомерзкие и оба антирусские. А вы говорите о том, что Бог с Богом не торгуется. Вот вы как раз торгуетесь и с Богом, и еще кое с кем. Я кончил. Это не вопрос, я думаю, а заявление, которое вы можете напечатать. Прокуратуру. В соответствии с новым готовящимся законом. Спасибо за высокую оценку нашей работы. Максимов, вопрос один, последний вопрос. Да, нет.
Чего? Нет, дело в том, что это международный фестиваль, у нас, безусловно, есть копия с закадровым переводом. По правилам фестиваля мы должны показывать с титрами, я очень этому рад, потому что я очень люблю вот этот звук без закадра. Мне кажется, у нас очень хороший звукорежиссер. Да, просто трудно после этого всего вообще что-то спрашивать, говорить. Простите меня, во всяком случае, за все, что происходит. Максим, ясно, что человек, актер, вообще живой человек, он не может играть святого. Но он может играть кого-то, в ком есть что-то, ну, очень сильное, скажем, да, вот что-то очень сильное, кроме веры. Что делает вашего героя для вас святым человеком? Слышно? Да, спасибо. Скажу я следующее. Для меня очень ценно вообще во всей этой истории и, естественно, в моем персонаже и те причины, по которым я еще и согласился работать в этой истории, то, что речь здесь идет прежде всего о гражданском поступке моего персонажа, о том, что Орда так или иначе существует, наверное, в каждом человеке, внутри каждого человека. И о том, что никогда никакие низкие энергии не смогут победить все то, что мы можем называть душевными тонкими энергиями. И, в общем, поступок гражданский для меня, моего персонажа здесь, для меня самое главное. Ну, не знаю, ответил ли я на ваш вопрос. Так, ну на этом мы поблагодарим съемочную группу. Еще будут интервью, еще будут встречи. Я уверен, что эта картина большое будущее, в том числе и дискуссионное, что и показала наша пресс-конференция. Спасибо большое.